А сейчас я покормлю агам. Я вот добавила кальций к сверчкам. И сейчас буду их кормить. Ам уже тут сидит. Ам. Что там? Ой-ой-ой. Ам. Что там такое интересное? Ну-ка, посмотри. Ты увидишь? Ты видишь, что там? Так. Амуля, Амуля, сверчки, ой, любимые сверчки приехали. Живешь? Гам, о, гам, гам прибежал, я даже не успела. Ничего себе. Конечно, неудобно и телефон держать, и кормить одновременно. Ам. Еще резкость тут что-то. Не очень мне нравится. Рука моя на весь экран. Так. Гамыч. Гамыч. Гамыч, ты сливаешься с фоном. Гляньте, какой язычок обалденный. Язык прям хамелеоний. У хамелеона, конечно, намного длиннее, но у них тоже такие забавные языки. И они такие... липкие, на них насекомые прилипают. Гам, ты возьмешь? Давай. Давай, будешь? Угу. Ама. Вот такой вот опять гам достается. Давай. Когда я живых им приношу, это вообще комедия, конечно. Они за ними носятся по всему террариуму. Но и от таких не отказывается, кушают с удовольствием. А, ну-ка давай, немножко подвигайся. Нет? На краю прям сидишь. Так. Ребята, давайте-ка, вот, я придумала, что я сейчас сделаю. Я просто их высыплю вот сюда. Ама, приходи. Приходи на горку. Давай, цепляйся. Вот тут. Гамыч, иди ко мне, сладкий, иди. Вот сюда. Ну что вот ты? Трусишка. Давай, 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 я тебя кормить буду. Возвращайся. Возвращайся. Вот, и теперь нате вам кучу. Куча мала. О, какая красота. Ну-ка. Ребята, вы чё? Ама, ты чё тормозишь? Гам. Смотрите, какая вкусняшка. Какая вкусняшка лежит. Ай. Ну, типа живые. Ну. Что, с пинцета кормить? Эх вы. Я-то думала, сейчас налетят. Обычно сверчков мы любим. Ага, привыкли, привыкли. Да не пинцет. Ой, жук, я не могу на ним. Вот сверчки. Гамыч. Гам, ты себе так рот повредишь. Ам. На, на, друг. Вы привыкли, что им в ротик все ложишь. Да что это за такие у меня? Чересчур прям ручные. Вы же хищники, ребят. Хищники. Ну, кто? Давай, Ам. Молодец. Гамыч, смотри. Смотри, кучка шевелится. Ну-ка, давайте. Ну, ребят, кто-нибудь. Вот, молодец. Гам. Давай, буду кормить лентяя. Черри, ты такое есть не будешь, подруга. Теперь сейчас принесу покушать. Дай ребят покормить. Так. Кого следующему? Я сверчок, тоже меня съест. А, спасите, помогите. Конечно, это все баловство. Ну, меня просто удивила их реакция. Равнодушная такая реакция.
Гам, давай. Молодец. Гам, ну давай, покажи хоть, как ты ешь сам. Черри пошла к своей миске, ждет, что я ей тоже уже что-то положил. Черри, подожди, моя хорошая. Мне пока пусто. Гам, ты сейчас дозеваешься, тебе вообще ничего не достанется. Будешь зевать. Чего ты ждешь-то, король? Что тебе там прилипло? Что тебе прилипло? Голова сверчка торчит, глянь. За ус схватил. Ну на. Бери эту голову. Фу. На. На, скорее его, на, смотри, как лопает. Да. Давай, дружок. Неужели ты наелся уже? Давай я попробую, наверное, с пинцета тебе дать. Че, Ам, будешь? Будешь? Когда это Ама отказывалась, да? Когда это Ама отказывалась? Ама всегда будет. Вот, вот, молодец. Гам, давай, зайка. Давай, тебе толстеть надо. Ты мне и так маленький. Маленький мальчик. Ну, Гамыч. Я себя прямо офтальмологом чувствую. Право, влево, вверх, вниз. Ау, Гамыч. Гамыч. Ой, не могу. Ну, давай уже. Да, уже Амка обратила внимание. Не хочешь, не ешь. Ам, ты что там лапками уже давишь? Лапками давишь. Ага. Так, это давай Гаму отдадим. Давай отдадим. Ну ты жадина, ну ты жадина. Гам, быстрее, пока она ест. Быстрее, 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 быстрее. Давай быстрее, быстрее. Гама. Ай, Гам не хочет, он наелся. Что-то он прям совсем мало ест у меня. Вот так вот, ребята. Молодцы. Ну, я хотела. Думала, что вы будете более активны кушать. Ну ладно, за это спасибо. Спасибо и за это. Что поели. Да, красавчики. И мне спасибо, да? Мне спасибо, кто скажет, что я вам привезла сегодня. Привезла из соседнего города. Ездила. Хорошо, мороза сейчас нет. Вот такие дела. Теперь очередь Черри кормить. А то она уже расстроена и чешет назад. Черри, ты далеко не уходи, я иду тебе миску мыть и кормить тебя. Обиделась дама. Покрутилась, покрутилась возле миски. Ничего нету. Пойду кормить. Сегодня у Черри яблочко и руккола. Ребята, а вы не хотите? Никто не хочет? Они, когда хотят, тоже приходят к ней и помогают ей. Что у меня... О, Ама, ты что? Что у меня та дверь заклинила, я не могу ее. О, работает. Днем не могла открыть. А, все, дальше не идет. В общем, что-то там, я так поняла, какой-то болтик вылез. Потому что это даже не из-за наполнителя. Я пробовала, убирала наполнитель, но там какая-то другая причина. Ладно. Ну вот, Черри пошла кушать. Ам, ты что, тоже собиралась идти? Амуль. Как хочешь. Ну, а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока. Подпишись на мой канал и ставь лайк.